Евгения Леонидовна, а к вам приходит кто-нибудь сюда приходить? Приходит. Каждый почти через день. Племянница. А, племянница или внучка? Племянница. А с кем вы живете в одном доме? А живете вы с кем? А я живу одна, одинокая. А дочь где ваша? А дочь у меня нету. Моя дочь погибла еще в 50-м году. А вот написано там в истории болезни внучка ваша. А, есть внучка? У внучка есть, у Гомеля живет. Гомеля. У Гомеля, она не дети. А здесь племянница? А? Племянница за вами присматривает? Да, племянница за мной присматривает соцзащиты. Соцзащиты, да. Молодцом вы, молодцом просто. А? Вы молодцом? Молодцом, я уже никудышная. Я уже читать не умею, писать не умею, ни газеты не выписывала раньше, все, теперь ничего не понимаю. А кем вы работали в своей жизни? В своей жизни я поработала больше продавцом. А потом, когда уже пошла на пенсию, работала в детских яслях. Номер один монолит. Сторожем. Начнем. А потом кухонной работницей, а потом поварихой. Вот и все. Вот так. Так вы на пенсию еще много работали? Так что вот так. Я до 90 лет работала. Уникально все целое. Вот так вот. Я просят. Приходит и просит, и говорю, ну пойду в отпуск, не выхожу, я тоже хочу на скамеечке посидеть, как пенсионер. Она говорит, Мария Кмельевна, ну вы же отгуляли в отпуск, теперь же, кого я возьму с улицы? Пустите, я уже уперлась опять молчить. Ничего, говорит, человек должен будет работать до будущего. Мой сэр мне не пришел, у меня муж был военный. И вот это самое, он не пришел с армии, никакого известия мне не дали, куда я не писала, ничего. Это часть стояла у Вули, вот, знаете, за полчаса. Так это он с войны не пришел? Это что, да. Война? С войны не пришел? С войны не пришел. Все. Ну а вам что прислали, что ничего. Он без вести пропал? Ничего, ни без вести не пропал, ничего, никто в дом не приходил, ничего. Где я искала, где он пропал, где все, ничего, я ничего не знаю по сегодняшний день, все. Так вы потом жили вот. Так что я потеряла дочкой. Мужа, двух братьев, сестру медсестрой родную из войны. Это все на войне. Четыре племянника. И два этих самых сестринных мужа, свояка. Вот сколько людей. Из фронта они пришли. И у меня было и две сестры. Бабуся, сколько лет вам? Будет 106 лет. 106 лет. Вот.